Вот и новый объект, правда, я предварительной съемки не делал. Я уж снимаю сразу законченный объект. Ну, здесь давайте посмотрим уже законченное видео. Это хрущевка, размер 1,5 1,55 м на 1,90 м. Вот как, смотрите, как получилось конечный результат. И может кому-то видео будет полезным, что-то возьмет отсюда какие-то новшества или идеи. Потолок, он, смотрите, пластиковый с золотыми прожилками. Вот. Близко я вам показываю. Плинтус тоже такой же взят с золотыми прожилками. Сам батарею, видите, здесь вот так не смогли спрятать, потому что в этом месте стена очень тонкая, где-то порядка 4 сантиметров, и невозможно было спрятать. Да, пришлось так. Вот в этих девятиэтажках стены, здесь перегородки тонкие, так что не смогли сделать. Вот такой декор. Сделали симметрично, через одну пускали. Вы же сами можете, кто люди, кто хотят, можете фантазию поменять. Можно, например, комбинировать вот так, вот сюда и сюда. Вот здесь уже. Ну, мы так решили. Вот через одно симметрично. Здесь пауза и опять симметрия. Здесь уже ничего нет, так как зеркало. Четыре светильника. Обыкновенными светильники, но единственное, что мы здесь ставили светодиодные лампочки. Они, во-первых, дороговаты, конечно, порядка около 300 рублей, но они очень энергосберегающие и очень экономичные. И свет довольно-таки тоже неплохой у них, где-то на каждые на 50 ватт, ну, примерно. Здесь вот тоже декор. Да, еще вот мы сделали сушилку. Вот кто будет ставить сушилку, посмотрите, как это сделано. Мы сделали под потолок прямо. Вот здесь отсоединение от стены порядка на 2-15. Почему? Потому что здесь связано вот с этим полотенцесушителем. Потому что при опускании вот этот здесь крепеж вот. Когда опускается вот эта штукенция, она вот в этих случаях вот задевала за батареи. Видите, вот здесь. Поэтому мы, вот кому это будет показаться удобным, вот это, кстати, сейчас это многие ставят, очень удобная вещь, сушилка, она вон у потолка обычно. И здесь вот крепится, ставится, вот, все, и она повесила. И вот кому это нравится, можете поставить вот здесь. Но можно также подсоединить. Я в следующем делал в этом. Делал, скрепишь от стены до стены. Скрепил. Во-первых, и здесь расстояние было метр. У меня 1,50 м, полторушка. Но так как в связи с тем, что батареи здесь, от полотенцесушителя не было, она была с этой стороны. Тогда можно было крепиться к стене. К этой стене. Поэтому здесь пришлось отодвинуться, уже крепиться не к этой стене, а к стене центральной. Там у нас специальный крепеж. Поэтому пришлось так сделать. И пришлось металлические стержни вот эти поспилить. Здесь у нас был 1,40 м, пришлось спилить на 2,30 м, на 10 сантиметров меньше, чтобы не западало, не задевало. Вот задевал сюда. Ну ладно. Пришлось, ну, кому вот понравилось вот это новшество. Сейчас, кстати, многие так делают. Я уже не первый раз ставлю. Посмотрите, может, кого-то заинтересует, вот как установлено, как установлено. Здесь, соответственно, простая элементарная штанга. Она на пружинах. И все здесь. Вот она. Скоро двигается.
полотенце сушить, как, какое взяли. Тоже Леруа брали, недорого, около 2000. 2000 даже не стоит. С этими, с элементами, вот. Все, что там я весь, тоже эти вот оно поставлено. Ну, дело вкуса, там я выберу. Выбор, кстати, не такой уж большой, но вот нам понравился такой крепеж. Вот так сделали соединение, видите. Здесь вот соединили здесь. Соединили здесь, прям крепеж. И две соединения здесь. Там и там. Так что. Здесь я подключил. Это выключатель, свет, здесь я, вентиляция, здесь я сделал 220 вольт подключение стиральной машины, а здесь теплый пол, мы теплый пол пока не подключаем, так как в связи с тем, что надо по технологии подключаться только через 20 дней, пока капитарь не высохнет. На полу стена растворки, клеевой раствор на полу. Видите, как здесь уместилась стиральная машина. Вот по размеру 1.5 на 2 метра. Вот смотрите, да, довольно-таки нормально вместили. И стиральная машина при положении, вот при этом положении, когда дверь слева. В других случаях, конечно, такое мышечное расположение можно не поставить. Здесь вот и лес унитаз, но здесь он. Поставили мой додыр 60 сантиметров везло. 60 сантиметров здесь тоже 60 сантиметров. Я здесь подключил свет там. И здесь вот здесь удобно, здесь свет, освещение есть. И можно подключить здесь розетка, тоже подключить мой фен и или что-то, бритву и так далее. Очень удобная штука. Здесь полочки. Очень удобно. Кому это кому-то может понравиться, можете взять на вооружение. Здесь были трубы, естественно, вот в этих местах. И здесь, естественно, как вы видите. Здесь закрывается. Ящики немножко. Закрыли все. Здесь простой уголок. Пластиковый наклеили. И здесь тоже молнии не поставили по углам. Кто-то может не поможет. Не можешь, не хочешь ставить, но может кто-то, смотрите сами здесь, я уже говорил про это, кто ставит, кто не ставит, декор. Здесь, ну, такой вот по периметру. Это один из вариантов. Естественно, дело вкуса, может кому-то и не понравится, а кому-то понравится сама расцветка плитки. Ну, в общем-то, я думаю, получилось неплохо. При таких сжатых размерах, в принципе, все у нас влезло, и функционально все работает. Вот этот размер площади, все функционально, все работает, все прекрасно. Здесь они как экран сами поставим. Хотели экран поставить, конечно, закрыть и слева, и справа. Здесь закрыть плиткой, но так как здесь мой тадыр и стиральная машина, здесь неудобном положении, то никогда не подлезть, просто решили просто поставить такой простой экран, и все, никаких без излишеств, потому что доступ, а здесь хотели люк сделать предначально, но, во-первых, это на удорожание идет и нефункционально, а сюда бессмысленно люк ставить, там туда не подлезть, ни туда, ни сюда. Ну ладно. Ну и вот в данном случае то, что в этом расположении по 1.50 на 1.5, то, что здесь функционально, все, в принципе, тесновато, конечно, но все функционально, все работает. Так что берите, кому видео показалось
полезным или интересным. Ставьте комментарии, делайте свои выводы. Может, что-то возьмете, кто-то на вооружение себе. И по цвету, и по конфигурации, все. На этом все. Спасибо за внимание. До новых объектов. Пока.